больше тоже. Так, у нас 4, да, получается, верно? Так, ну давайте малыши в желтой футболке. Давайте с вас начнем. Фейсбук в голос. Ну, мне надо. Ребят, только сначала представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Женя Слоев. Я представляю проект «Дисциплинированная оценка выполненных задач». Это удобно, ну, в первую очередь, делается для стартапов, чтобы каждую задачу выполнить в рамках стартапа, а остальные участники оценивали своим паум валюты, скажем так. Когда задача выполнена, ее оценили, происходила эмиссия денег, это может быть как раз-таки криптоакции, voice, то есть для голосования, для принятия решений, для оценки других задач, для своего влияния в команде. Это может быть аналог, не знаю, привилегированных акций, или чтобы входить в совет директоров, и также эмиссия криптоакции на получение дивидендов уже когда стартап начнет приносить прибыль. И может быть даже еще и автоматические деньги. Это может быть либо все вместе, либо отдельно. Например, если только деньги, это может быть выгодно компаниям, где деньги будут выплачиваться сразу после выполнения задачи, а акции считаться как бонусы по выполнению проекта, как для стимулирования. Может быть, даже как бонусы, не знаю, от каких-то целей. Кто есть в команде и кто требуется? Пока в команде один я, нужен маркетинг. Желательно найти специалиста по смарт-контрактам. А ты программист? Да, я программист, может, и бэкэнд, и я, собственно, подготовлю сервис. И хочу это сделать, собственно, в эфире, чтобы это работало. Можно было создавать там свои компании и автоматически все вести. Окей, аплодисменты огромные.